Ребят, ну снова добрый вечер. Сделаю сейчас, наверное, последний обзор Бурана, лидер длинной базы. Для тех, кто там любит в ТикТоке задавать до хрена вопросов не по теме, читает между строк, не слушает, наверное, что объяснял. Некоторые, может, считают профаном или пытаются что-то доказать. Сразу, что хотелось бы сказать, вчера вам показывал, как катки шприцевал. Катки здесь, у меня подшипники стоят открытые. Буран 2020 года. Вот видите, январь 2020 года. На нем стоят катки с открытыми подшипниками. Кто думает, что я не знаю, что такое открытый и закрытый. Закрытый — это когда шарики закрыты с двумя обоймами, а открытый — когда шарики видны. Вот так здесь стоят открытые подшипники. Не надо ничего больше писать, ребят. Ну, слушайте внимательно. Так, что могу сказать? Видите, как у него капот интересно открывается уже. Вторая половинка капота. Первая вот валяется. Не валяется, лежит. Ё-моё. Вторая открывается вот так. Раньше мы наваривали все здесь. Железо тоненькое там. Сейчас не надо. Вот пластиком защищено. Без морды весной гоняйте, браконьерьте. На здоровье. Вариатор стоит Арктика. Не Альпина, не Сафари. Арктика. С ним никогда не сталкивался. В первый раз вижу такой вариатор. Пиздеть пока ничего не буду. Посмотрим, как покажет себя дальше. Пока мне нравится. Он мало шумит. Ну, пыряет, пыряет. Буран новый. Можно сказать, еще на обкатке. Пробег, кстати, 606 километров. 611. Я считаю, что это еще целка. Коробка. Вон он, натяжитель цепи автоматический, опломбированный. Ой, не опломбированный. Вон он, видите, на которого гарантия 3 года распространяется. Вон он. Обычно там такая хреновая с отверстиями, застопоренная болтиком на 10. Ее прокручиваешь, цепь сам натягиваешь. Спидометр опломбирован. Тормоза стоят гидравлические. Надпись появилась блатная, русская механика. Выхлопная труба уже вот такая вот. Защищена, видите, кожухом. Уходит чуть-чуть вперед. То есть обмерзание гусянки уже не происходит. Электростартер установленный. Ну, целка, что говорить. Вот бак мой черный. Черный, черный бак на черном-черном буране. Одна ТЛМ-ка на две свечи. Есть место под вторую. Сразу сюда поставлю вторую. Провода закручу. То есть, если, не дай бог, таз горит, хуяк, там быстренько 2 секунды переключил. Вторую подключил, попер дальше. Вот руль. На нем тормоз. Ручник. Установлен. Ну, не знаю, тормозом я редко пользуюсь. Как на иномарке, двигстоп такой. Раньше двигстоп, вот здесь кнопка была, от которой обычно проводок отваливается. Все, сука, переберешь, забываешь про нее. А оказывается, все дело в двигстопе. Курок газа пластиковый. Все это дело обогревается. Вот свет и обогрев ручек. Ручки обогреваются, это великое дело. И курок газа обогревается. Также подсос, дроссельная заслонка. В карбюратор стоит Микуни. Бензонасос. На свет эта херня, регулятор напряжения. Стоит отстойничек уже, фильтр. Аккумулятор я установил на 62 ампера. Здесь для него штатное место. Коммутатор тут внутри. Тут рюмочки валяются, но не суть. Вот видите, какое багажное отделение. Уже наваривать ничего не надо. Место дохренище, конечно. Тут можно будет пропилить, ружье у вас влезет. Спинка съемная. Тут показывать-то больше нехрен, мужики. Буран, в принципе, не изменился. Ну да, сидушка у него стала уместительно. Диодный фонарь. Прикольный, такой голубеньким светит. Фаркоп, то же самое все. Вот я кофр установил. Вместительный. Вот сидушка. Сидушка, видите, какая широкая. Она как у Полариса. Ой, блядь. Сейчас, секунду. Сука.
На телефон снимай. Вот на такой, на липучке. Плюс две резиночки закрыли, все нормально. Вот вам весь обзор краткий Бурана. Лыжа, видите, практически вот эти два боковых надреза, одной и с другой стороны, или подреза, как они называются, хирурги, для лучшего зацепления с дорогой. Но Буран как поворачивался с помощью тела, так и поворачивает. Больше, ребята, в нем ни хрена ничего не поменялось. Вот и все. На этом, наверное, обзоры с Бураном закончим. Я хрен узнать, что по нему рассказывать. Все уже, кто сталкивался, собаку на нем съела. Ну, будут вопросы, задавайте, отвечу. На Буранах поездил немало и покуролесил. Этот такой чистенький, аккуратненький, потому что, грубо говоря, жопу он еще не увидел. Но в этом году обязательно окунется мир всех таежных прелестей. 10 ноября промышлять начну по-черному, всяко разно. Так что ему предстоит охеревшая работа. Вот вторая часть капота. Установлен штатный, как его называют, фароискатель. Чуфара. Вот такая вот беда. Вот и весь обзорчик, ребята. Катки пошприцевал, осталось мне масло в коробке поменять. И в путь. Ладно, удачи, увидимся.